Сегодня я буду готовить лимонный кекс. Для приготовления мне понадобится 20% сметана, мука, сахар, яйца, сливочное масло, 1 лимон, соль, разрыхлитель и ванильный сахар. В глубокой миске смешиваю яйца, сахар, ванильный сахар, щепотка соли и хорошо взбиваю миксером. Добавляю сметану, размягченное сливочное масло и взбиваю все до однородного состояния. Лимон я обдала кипятком, теперь с натерки сниму с него цедру. Цедру я добавила в тесто, из лимона выдавила сок, добавляю его также в тесто. И еще раз взбиваю. В муку добавляю разрыхлитель. Перемешиваю. Просеиваю муку в тесто. Все хорошо перемешиваю венчиком. После венчика я еще раз все хорошо взобью миксером. Форму я смазала сливочным маслом, вливаю в нее тесто. И отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Через 40 минут достала кекс из духовки, проверяю зубочисткой. Она сухая, кекс готов. Дам ему остыть и через 20 минут буду доставать его из формы. Лимонный кекс получается нежный и мягкий. Его аромат соберет на кухне всю семью. Порадуйте своих близких вкусным кексом на завтрак.